второй игрок, второй вход. Вот, смотрите. И потом за колонный зал. Очень красивый, самый большой и красивый зал по всему миру. Сейчас я вам покажу. И потом дальше святая комната. Она для фараона. Простые люди в древнем Египте, они совещали молитву в открытом дворе или просто были без входа. Вот это заколонный зал, это для жрецов, которые просто обслуживали в этом храм во время нового царства. А вот эта святая комната для фараона. Понятно? Смотрите, пожалуйста, второй билон. Там рисунки есть или нет? Есть, а там на улице ничего не видели. Это что значит? Это значит, что билон это недостроенный билон. Там это хорошо или это плохо, это очень хорошо, потому что из этого Вавилона мы узнали, как древние египтяне построили Вавилон, как они подняли камень.